что в нем вообще нашла? Это любовь. Нет никакой любви, Зумба, это все гормоны. Лакеев. Здесь. А должен быть на уроке. Виола Леонидовна, никто никому ничего не должен. Правда жизни. Вот, пожалуйста. Причина прогула. Все та же. Мне не хотелось сюда приходить. Как же он бесит. Зайдите после уроков. Есть важное дело. И он говорит, можем поехать за город, покататься на лыжах. С тобой? Конечно, с вами. И с ребятами. Могу тебя подкинуть. Прошу. Ты теперь в него влюбилась? Чего, совсем? У меня вообще-то свидание. Это с кем? Ну, с парнем. Что-то не вижу тут никакого парня. А, Тимур! Ты мне тоже не особо нравишься, так что если ты там что-то себе надумал... Слушай, ну одобряю. Как минимум, Макеев моложе Золотка. Золотка мне нравится, а Макеев нет. Зови своего парня. Да. Мы хотим с ним познакомиться. Расслабься. Руки просить не надо будет. А, я тебя люблю! Вот это признание. Не думал, что у вас все так серьезно. Не знал, что ты ревнивая. Не знал, что ты тоже. Жалко, если мы так замерзнем. Недолго длилась наша любовь. Любовь или гормоны?